то, что я видел, страшнее уже не будет. Что со мной происходило? Слушай, а окна из камеры выходили в город? Нет, окна из камеры в этот, во внутренний периметр выходили, где церковь там. То есть до свободы вообще не докричаться, да? Нет, бесполезно. Куда вам остановиться? Да, где-нибудь здесь. О, спасибо. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы здесь проживаете? Хорошо. Работаю. Вот, пользуясь случаем, решил вас навестить. Спасибо. Покажите мне, где здесь у вас тут что происходит. Ну, работаю. Да. Пойдемте. У меня главный вопрос, Михаил Николаевич, почему вы решили бороться? Почему вы решили пойти в суд и попытаться, хотя нет ни одного осужденного за последний год по статье о применении пыток? Я за всю свою прожитую жизнь, мне 52 года, я такого унижения никогда не видел. Тем более с участием администрации в открытом, можно сказать, в открытой форме. Наглость такая, ну. Никого не жалеют, находимся мы на промзоне, промзона вся горит, сейчас на данный момент прорываются они к нам, чтобы бить, продолжать. Это видео заключенные в Ангарске записали незадолго до штурма колонии спецназовцами. Они жаловались на систематические избиения. Вспыхнул бунт, вспыхнула и колония. В промзоне и дежурной части начался пожар. Колонию и подъезды к ней оцепили. На место выехал спецназ. И вас встретил спецназ? Да. И что было? Что они с вами сделали? Ну, они исполняли свою работу, действительно свою работу. Но... Они вас положили, у вас нет к ним претензий. А кто вас бил? Да била местная администрация в основном вообще. Издевалась и била. Но... Бегали вообще, по телу бегали, били палками. Чем попало били там. Пинали. Ну, в общем... Мне кажется, что они все пьяные были. Трезвый человек такого не может совершать. А как ты отреагировал спецназ? Они видели, что вас бьют? Со спецназа командир выскакивал и кричал. Я так понял, что это командир их. Сейчас здесь трупов будет. Вы что творите? Остановитесь. Он раза два-три выскакивал, кричал. Что было потом? Вас куда-то увезли? Что было дальше? На ИК-15 нас раздели, кого догола, кого в трусах оставили, вообще раздели. И увезли в автозаке в Иркутск в СИЗО, голых. Совершенно голых. Тюрьму привезли, там начали избивать еще сильнее. Ну и там оперативники, что здесь следователи-оперативники, отзваниваются друг другу. И со мной еще вдобавок в документах бумага идет, что меня нужно разработать, чтоб я сознался в чем-то. Я вот так вот сюда вот залетел, вот так загнутый, перепуганный, избитый, весь синий.
Меня сшибли здесь с ног, еще и ребра у меня сломаны были. И здесь дальше запинали меня. Ну, представляете, подводят к камере, да, вот к этой пресс-хате, в наручниках, вертухая. Дверь открывают, его туда заталкивают, дверь за ним закрывают. Разработчики его в этот момент, пока он в наручниках, беспрепятственно вяжут простынями руки, ноги, ну, короче, обездвиживают, да, вот так связывают. Потом только снимают наручники своими ключами и отдают кормушку назад вертухаю. Ну, что они делают, разработчики? Ну, за каждое дело раскрытое, допустим, им платят деньги. То есть это сокамерники арестованного, которые помещены в пресс-хату, и они мучают и пытают заключенного, разработчики пытают разрабатываемого до тех пор, пока он не подпишет все, что хотят менты. Да. И даже за это получают деньги. Да, да, да. Вы за руки меня подняли здесь, штаны мне спустили, черешок мне этот затолкали в задницу. А совершались ли движения данным черенком? Или он был только введен по нальной дверце? Кто ну, туда-сюда, конечно, они толкали его туда, пихали аж нам наглую. То есть возвратно-поступательные движения совершались, правильно? Конечно, в наглую, подлецы, подонки эти. А сколько, так, ну, вытащили, получается, самостоятельно данные лица? Или вы сами? Конечно, не вытащили. Когда я вам здесь были... на коленках плакал, вот здесь вот на коленках плакал и просил, чтобы они мне дали покончить с собой. Я хотел, думаю, тут что-нибудь в руки бы попалось острое. Или зарезать себя, или еще что-нибудь после всего этого. Михаил Николаевич, а сколько еще ваших товарищей по несчастью тоже согласились дать показания, участвовать в суде? Есть еще кто-то, кроме вас? Ну, это только, наверное, те, кто сейчас еще 40 отбывает. А на свободе уже практически не осталось никого. Ваша честь, ну кого слушать? Я вас не слышу, вы понять не можете. Вы вообще чем руководствуетесь? Я вам нормально говорю по-человечески, ваша честь. Вы должны руководствоваться кодексом судейской этики. Где ваше, я думаю, понимание вот это? Я вам говорю, что мне не слышно. Вы все равно в наглую ведете процесс. Что происходит, я понять не могу. Вы сам так услышали вчера. Я себя слышу. Да вы, понятно, себя слышите, а я-то не слышу. Мы здесь же мои, ваша честь, в первую очередь здесь мои права, мои интересы. Пожалуйста. Но я вас не слышу. Скажите, понятно, что заикает, что вы себя она не слышите. Верит ему. Также хочу сказать, что я неоднократно как в судебном заседании, так на предварительном следствии сообщал следственным органам, судье Тонконогову, о незаконных действиях сотрудников ГУСИН Иркутской области. Есть мои заявления, в которых я прям прошу Следственный комитет проводить проверку. И никаких ответов, ничего не дают, просто, можно сказать, игнорируют. По почкам, по ногам, по ягодицам, ягодичным мышцам били по голове. С разных сторон находились люди? Да. Которые носили удары, да? Да. Угу. Так, хорошо. А какие требования вам высказывали? Чтобы я взял на себя вину, что я организатор преступления на ИК-15. Угу. Что я инициировал поджог промышленного объекта. Вот так, я с ним связанный. Он спрашивал, ты будешь давать показания? Я говорю, нет, не буду давать показания по поводу этого. Он взял меня за голову и ударил об стенку головой. Рассек меня, у меня рассечение, вот здесь остался даже шрам. Угу. Вот результат этих событий. Вот.
После этого он достал половой член и начал водить перед лицом. Это кто? Это Гаворин Алексей. Угу. Вот. Он говорит, посмотри, какой у меня большой половой член, что с тобой случится, если ты не будешь давать показания. Я сломаю тебе судьбу. Я не поддерживал этот бунт и так далее и тому подобное. Ну, это не моя война. А чья это война? Ну как, ну насколько я понимаю, это просто провокация была. Во-первых, провокация, на что зэки среагировали. Ну, а в общем-то это на руки была администрация. А зачем ей это было нужно? Ну отмывка может, отмывка денег и так далее и тому подобное. Потому что все на моих глазах там происходило. Перед бунтом, практически все вывезли оттуда. Всю аппаратуру и так далее и тому подобное. Да, а списали-то... Списали на бунт, на зэков. Все было включено. Ну, конечно. Ну, и все одновременно, тогда загорелось. Все одновременно, такое не может быть. Конечно. Лесопилка, да еще и на Байкале, конечно, она приносит доход. А у вас, по-моему, было 4 лесопилки в зоне. Да, там не только лесопилки были. Даже с хоздвора там свиней всех перекололи, даже мясо. Вот мясом прямо тушами вывозили, это все вывозили перед бунтом. Так, спиной к кровати? Нет, лицом, так, спиной так. К стене находился. А, спиной к стене, да, вы находились? Вот таким образом ноги у меня не касались пола. Они привязали меня простынями в кровати, то есть крестообразные, как распятые. Вот, я висел таким вот образом. У меня затекли полностью руки, наполнились кровью через 15. Ну все, можете отпустить, да. Зафиксировали. Там и Москва был. Как же мы фамилии там? Колосов. И Далага там вот так сидел, трёсся весь синий. Вот так вот пришло, синий весь вот так сидел. Крови? Ну синий весь, избитый весь. Вот так вот сидел. Он не спал уже тогда где-то, может, 3-4 дня. Они ему не давали спать. По вашим оценкам, субъективным, конечно, по вашим оценкам, сколько человек подверглись, вот в частности, изнасилованиям? В любом случае, это минимальное число превышает больше сотни. Все, ясно. Все, спасибо. Скорейшего освобождения, Игорь. Не прощаемся. Надеюсь, все будет хорошо. Спасибо, до свидания. Храни вас Бог, буду молиться о вас. Ты здесь прямо отдыхаешь, живешь? Да, пока, временно. Ну. Не холодно? Нет, у меня все, отопление все подключено, все хорошо. Полы греют нижние. Да. Наверху батареи. Все отапливается. Угу. Назначено судебное заседание с твоим участием. Мы еще заранее обговорим, что ты пришел с какими-то письменными. Опять им сказал там всю правду. Заявили то, что необходимо для всестороннего и полного рассмотрения дела в суде. И все. И будем посмотреть на их реакцию. Надо что-то делать. Вот мы с Петром Александровичем часто разговариваем об этом деле. Он уже много лет ездит в Иркутск, в Ангарск, много лет на себе тащит это дело. И мы с Петром Александровичем уже много лет видим, как они уходят все равно от правосудия. Как вы видите перспективы? Может быть, еще Петр Александрович поможет нам сказать, что дальше? Как вы думаете, вы победите, Михаил Николаевич?
Ну, надеюсь, конечно. Это будет уроком, большим уроком. Но для тех сотрудников, кто будучи сейчас в погонах ходит, это будет большим уроком. Удачи вам, ребят, спасибо. Спасибо, парни. Михаил Николаевич, молодец.